ну не мразь ли это доска? Посмотрите, ну не мразь ли это? Серьезно. Всем привет, с вами канал Билл Острова. И сегодня мы с вами сыграем в такую игру, которая сейчас открывается только так. Потому что у этой игры по определенной причине нету полноэкранного режима. И эта игра у нас называется Bang Bang. Хотя, если честно, я бы ее назвал симулятор шальной пули. Поскольку в данном случае как раз пишет пуля шалит. Весь смысл игры в том, что нужно с помощью этой самой шальной пули, которая будет отскакивать от стен, попасть в несколько бутылок. Эту игру я возьму в качестве плейлиста проходняк, потому что у этой игры весь геймплей, как и в Grab the Bottle. Он слишком однообразный и не нуждается, по сути, в полном прохождении. Ну и давайте я вам покажу, как это все делается. Так, для начала, по-моему, нам нужно, да, зажать левую кнопку мыши и целиться точно в бутылки. И самое главное, чтобы эта шальная пуля не попала в главного героя, у которого почему-то флаг конфедерации и у него почему-то люгеры или маузеры, это я не знаю. Ну ладно, поехали. И заодно, мне кажется, надо еще в мух попасть. Ну-ка, если я попаду в мух. Вот, видите, я же говорю, это симулятор шальной сраной пули, которая может попасть даже в меня. Вот как сейчас. И вот мне нужно что-то сделать, чтобы как-то... Вот, все. Серьезно, что ли? Ну-ка. Давай, я вернусь. Как мне вернуться? Подожди. Подожди. Мне надо несколько раз нажимать на левую кнопку мыши, нет? На эскейп, нет. Так, ты же чё? Так это понятно, понятно. Так, ты главное руку не тереби с маузером, не тереби. Так. Ой, я, спокойно. Так, отлично, все, минус одна бутылка. Так, сейчас посмотрим минус вторую. Так. В смысле, сквозь меня, что ли, прошла? Так, минус вторая бутылка. И давай-ка. Нет, главное только не в меня, главное. Отлично, все. Найс. Найс. Так. Так, отлично. Так, интересно, а если я в муху попаду, что будет? Мне кажется, ничего не будет. Или просто в эту муху попасть невозможно будет. Так. Если что, ребят, каждый выстрел, я буду воспроизводить наугад, потому что я точно не могу сказать, куда конкретно пуля будет лететь. Но очевидно, ребят, что я, скорее всего, в третью бутылку не попаду, потому что она загорожена доской. То есть уже все. Я потерял возможность ее пробить. Все. Все, ребят. Пуля не долетит, мне кажется. Она скорее меня убьет. Эта пуля. Ладненько, допустим. А вот до той будет сложнее добраться, если честно. Тут нужна удача. Тут нужна, ребят, удача. Так, подожди, а как это можно убрать? На R? Нет, на Escape? Но я на скип нажимал, вот появляется. Не понимаю. Непонятно, неизвестно. Так. Вот жалко, ребят, что бутылки, они не... Вот. Серьезно. Вы просто, ребят, посмотрите. Как я до туда сейчас доберусь, мне вот интересно понять, не знаю. Вот до этой бутылки я, ладно, доберусь. Окей, допустим. Вот до этой бутылки я 100% доберусь с помощью своей любимейшей шальной пули. Уже нет. Так. Не, серьезно, а как это работает? Я нажимаю на всех. Ну, короче, надо ждать. Я так понимаю, чтобы он возродился, надо просто ждать. Ладно, тогда попробуем. Вот. Не тряси. Примерно вот так. Нет! Стой! Главное, чтобы доски не загораживали бутылки. Главное, чтобы доски не загораживали. Так, давай. Есть курить. Так. Сейчас вот сюда давай. Ой, хорошо. Ой, нет. Блин, ну-ка. Давай-ка бугадайку сейчас сыграем. Нет, я вот заметил, что муха, она все время отлетает от моей пули. То есть по мухе... А, вот. Я сейчас видел только что
через муху пролетела пуля. То есть по мухе реально... В смысле? Я что, по мухе попал? Как так? Так, все, не кривись, не кривись, не кривись. Пошел. Ясно, понятно. Ясно, понятно. Dead some bitch, я понял. Так, подожди. Если я попробую от стола, ну-ка. Все, пипец. Да, подожди. Вот так. Это невозможно, ребят. У меня возникает ощущение, что эту игру невозможно пройти. Серьезно, я нахожусь на втором уровне, и я не могу все еще эти бутылки убить. Серьезно, что ли? Ну и ну, так. Не кривись, не кривись, не кривись. Ну-ка, давай-ка. Вот он все время, когда я... Вот когда я прицелюсь, он все время вот так вот теребит рукой. Зачем? Он что, не уверен в себе чувак, что ли? Серьезно? Ну-ка, а если я буду стрелять отсюда? Да, зря. Зря. Не надо так делать. А ну подожди, а если я выше стрелю? Выше. Наоборот, выше. Вот. Хорош. Один есть. Да. Ну-ка. Ну это, короче, это, ребят, угадайка. Это не просто симулятор шальной пули, это угадайка. Это симулятор пулевой угадайки. Потому что здесь надо действовать наугад. Это как, простите меня, сейчас только что, когда я прицеливался, у меня начал, у меня столик начал, это самое, двигаться. Это как понимать? Ну, зашибись, если еще сейчас будет загораживать этот. Так, давай, вот здесь. Так, блин, ну ладно. Туда вниз, вот так. Не попадет, так, ладно, хорошо, тогда попробуем. Надо, чтобы... Я попал в муху. Все-таки в этой игре можно попасть в муху. Вот. Вот, уже хорошо. Вот, надо, чтобы она отскочила от этой стены, чтобы попасть в муху, где находится фонарь. Сейчас. Вот так. Почти. Ой, почти. Вот, вот сейчас почти было. Вот почти. Все еще. Вот еще осталось и все. Именно следующий уровень. Давай. Пошел. Главное, чтобы мне не попасть. Блин, вот сейчас будет красиво. Вот сейчас будет красиво, 100%. Давай. И маузером пошел. Блин. Это разминка, ребят, для глаз. Как говорил Куплинов, это чистая разминка для глаз. Здесь нужно тренировать глаза. Понять? Как это? Пуля пойдет. И еще ниже, наверное, надо. Не кривись, не кривись. Давай, напрямую, напрямую. Дури. Да, блин. Ну-ка. Ну-ка, вот так. Почти, еще выше. Ниже. Ну не мразь ли эта доска? Посмотрите, ну не мразь ли это? Серьезно. Все, зашибись, ребят, я застрял на втором уровне. Я просто тупо застрял на втором уровне. Вот поэтому, ребят, я и с самого начала говорил, что в дальнейшем прохождении эта игра не имеет никакого смысла. Потому что в дальнейших прохождениях я буду точно так же застревать и вот точно так же умирать. Я это, ребят, говорю на полном серьезе. Эта игра в дальнейших прохождениях не требуется. Вот как? Это как? Это как, объясните мне? Вот это вот как, объясните? Я начинаю прицеливаться, и стол тут же начинает двигаться. Это вот как? Это вот объясните мне, пожалуйста. Видимо, не объяснили никак. Надо, короче, доски как-то расстрелять, они очень мешают мне. Вот сейчас, если пуля попадет, это все, это будет очень хорошо. Пулевая угадайка. Я уже раз 200 уже, что это пулевая угадайка.
вот опять, вот доска это самая настоящая мразь, вот серьезно. Самый главный в игре враг это доска. Доска от стола. Потому что она загораживает мне бутылку. Вот сейчас было хорошо. Вот сейчас было просто красиво. А вот это вот очень некрасиво, серьезно. Dead some bitch. Dead rich bitch, наверное. Ну, давайте посмотрим. Так, ну ладно. Посидим, наверное, сегодня, ребят, минут 20. Потому что эта игра уже мне начинает надоедать. Я прохожу второй уровень. Так, ничего нет. Я уже прохожу второй уровень, я не могу уже пройти эту игру. А мне кажется, не проходим бы, видимо, того. Эта игра меня начинает уже бомбить, серьезно. Я от этой игры уже, наверное, скорее всего, скоро начну бомбить. Эта игра, она меня бесит. Я не могу, я серьезно, я не могу попасть по этой пуле, я не могу. Я не понимаю, как ей попасть. Вот почему Куплинов, он каким-то странным образом прошел дальше, а я дальше второго уровня не могу пройти уже 10 минут. Я только один уровень прошел, только один. И дальше второго уровня не могу пройти. Серьезно, это уже начинает надоедать. Все. Не дури. Вот надо как-то этого пацанчика заставить не дергать рукой. Не дергайся, говорю, бэнг-бэнг сраный, давай. Не дергайся. Вот он дергается и меня начинает напрягать. Ну-ка. Блин, ну-ка. Ну все, теперь я на 100% убедился, что в этой игре можно побить муху. Я теперь на 100% убедился. А еще я убедился, что эту игру очень надо долго проходить. Видимо, эта игра требует отдельного стрима. Потому что выбить эти бутылки с одного раза получится не у всех. Здесь потому что чистый рандом. Здесь потому что чистый рандом. Как и в настольных играх, как и в играх про гольф. И все основывается на рандоме. Потому что просто так пройти эту игру невозможно. Вот опять. Вот опять. Вот опять доска мраз. Вот опять доска мраз. Опять закрывает мне бутылку. Опять. Вот смотрите. Вот это просто мразь. В данном случае я ненавижу в этой игре доски. Доски, они мрази те еще. Да ну нафиг. И это только одна бутылка, ребят, а у нас их три. Твою мать, я не могу пройти эту игру, я не знаю. И это уже начинать реально надо играть, серьезно. Я хочу пройти что-нибудь другое, а не этот мысль. Уже в конце концов, ну как. Все, не тереби. Не тереби. О! Ну почти. Как ты умираешь с ранения в ноге? Как? Я не понимаю. Почему, когда я подстреливаю себе ногу, он умирает? Как? Это невозможно. Это нереально. Я не понимаю. Да ну нафиг. Короче, надо эту лампу пристрелить, наверное, надо с самого начала. Она мне мешает. Она мешает мне. Эта лампа, она не нужна. От этой лампы только... От этой лампы становится только хуже. Она меня бесит. Серьезно. Лампа, не беси меня. Не беси меня, ты, лампа. Давай, вот сейчас будет очень красиво, если я выстрелю вот в эту бутылку. С лампы. Это я не знаю даже как описать, серьезно. Я просто не знаю, как это описать. Это неописуемо, ребята. Просто неописуемо. Да ты что? Да ну нафиг, ёкарный бабай. Неужели, ё-моё? Уже, наверное, минут 15-20 или даже 12 минут прошло. Ну-ка, сколько уже? Ну да, минут 15 прошло. Какого хрена? Вот какого хрена? Ну ладно. Так, нам нужно сейчас вот эти вот доски выбить. Но здесь хотя бы попроще, чем с теми столами, которые внезапно могут двигаться. Так, так, так. Так,
внезапно шляпа. Так. Так, эту изи. Эту изи. В смысле, я не стрелял сейчас? Ты дурак? Это как, это вот как сейчас было. Я просто взял, прицелился, убил бутылку. Потом вниз прицелился, у меня откуда-то пуля выскочила. Это я сейчас, это если что, ребят, я сейчас наугад. Без понтов, без этим, без шуток, без рофлов. Я могу две пули пускать, серьезно? Ну-ка, я попробую две пули. Но наугад чисто, давай. Раз, два, три, четыре. Вот, чисто наугад, пусть будет летят пули. Чисто наугад. Пусть все пули летят чисто наугад. А я могу их в воздухе убивать все-таки. Смотрите-ка. Я могу не ждать, пока пуля улетит. Я могу просто взять и в воздухе подстрелить. Блин, серьезно, смотрите-ка. Я, оказывается, могу просто взять и не ждать, пока пуля прилетит. Так, вот так не надо делать. Вот так делать не надо, все. Будем прицеливаться чисто по крышке. Я имею в виду вот эту крышку. Не так. Ну, он сделал примерно так, но не чтобы обратно в ногу. И почему он истекает красными шариками? Какой? Какого хрена ты истекаешь красными шариками? Это очень странно выглядит, когда ты истекаешь красными шариками. Кстати, по-моему, до этого уровня как раз немного дошел. Если моя память не отшиблась, то немного как раз до этого момента и дошел. Твою мать. Я же точно целился в бутылку. Это как? Понимать. Ладно. Наугад. Так, все. В угадайку мы играть не будем, ребят. Будем играть чисто в этом. Я не это имел в виду. Я не это имел в виду. Так, давай. Прицеливайся. Вот так. Неплохо. Вот это сейчас было неплохо. А вот это плохо. А вот это, вот это отвратительно просто. А вот это очень хорошо. Так. А вот это отвратительно, просто мерзко очень сильно. Кстати, мне вот нравится, когда вот так вот летит и в слоу-мо так прикольно выглядит. Можно, кстати, одну из его смертей можно потом запечатлеть в предыдущую. Как, например, эту. Или ту предыдущую. Или предыдущая, которая была на первом уровне. Короче, одну из смертей можно запечатлеть на предыдущую. Посмотрим. Может быть, запечатлю. А может быть, нет. Может быть, я вот так вот его и оставлю в живых на предыдущую. Ой, да ё-моё! Шальная пуля! Я говорю, шальная пуля. Она очень шальная пуля, как шальная императрица. Она шалит, и она не хочет попадать туда, куда я хочу. Вот во всех нормальных играх, типа Call of Duty, Super Hot, там, например, еще Rainbow Six, вот там пули попадают нормально по той цели, по которой я хочу. Здесь же в этой игре пуля попадает туда, куда она хочет. А не туда, куда хочу я. Поэтому я их называю шальной пулей. Даже могу назвать эту серию «Ребята шальной». Потому что здесь как раз таки пуля шальная. Пуля дура. Пуля дура. А штыка. Хотя, если бы был штык, был бы очень даже красивый. Вот сейчас, ребят, я могу сделать то, что я хочу. Почти. Ой, вот я очень близко. Боги меня услышали. Боги Дикого Запада меня слышат каким-то странным и неведомым образом. И тут же меня отвергли. Ой, какие падлы вы, боги Дикого Запада. Ой, какие же вы падлы, серьезно. Твари, что можно сказать? Твари Дикого Запада, серьезно. Начинаю пока.
это очень тяжелый желтый флаг. Короче, так стрелять нельзя. В стенку нельзя стрелять, в потолок нельзя стрелять, а куда можно мне здесь? Вот, потолок стрельну. Прям на люстру давай. Так, подожди-ка. Я, ребят, один это заметил. Смотрите, когда я начинаю стрелять вверх, то он, обратите внимание, своей рукой, он не теребит. Ну-ка, если вот... Вот... Так, то есть, когда я начинаю наклонять его в сторону, он начинает теребить рукой. То есть, надо делать так, чтобы он эту руку не теребил. Вот, примерно... Примерно так, ну-ка. Да ну нафиг! Все, ребят, я... Так, спокойно, не отключай окно. Так, все, ребят, я кажется, это самое, придумал в этой игре тактику. Не делай так. Ну ладно, быстрее. Они должны вот так прилететь. Казалось бы. Ну, короче, все, я понял тактику этой игры. Нужно сначала пистолет направлять вверх, и только потом вот так вот очень медленно рукой вот так вот водить, чтобы он этой рукой не теребил. Вот смотрите, вот так вот. Поднимаем его вверх. А хотя, когда я его поднимаю вверх, он тоже начинает теребить. И вот нужно вот так вот. Медленно. И... пошел! Твою мать! Что я могу сказать? Твою? Да. Понятно, так. Ну-ка, вот сейчас можно. Так, давай. Вот сразу две бутылки. Там, мне кажется, сейчас две бутылки не собьет. А вдруг сработает, ну-ка. Ну ладно, с одной сработало, хорошо, так. Все, главное, сейчас не тереби. Не передергивай. Хоть что-нибудь сделай, но останови эту руку. Ладно, хорошо. Так, давай-ка. Давай-ка остановись. Руку останови. Так, давай. Есть! Хорош! Так, вот последний, наконец, давай. Она без всяких досочек, давай, все, спокойно, давай сейчас. Да ну неужели, ё-моё, капец какой-то! Так, короче, ребят, что я предлагаю? В смысле? А какого ты хрена ты начал падать? В смысле? Чего? Офигел, что ли? В смысле? А какого хрена ты начал падать? Чего? Ладно, допустим, так. Вот сразу же убью бутылку. О, господи. Все, ребят, я уже не найду. Вот хоть убей так. Да как ты не попадаешь по этой бутылке, которая стоит без всяких ограждений, из коробочек или из досочек? Как ты не попадаешь? Вот, идеально. Так. Чё? Это у него так рука согнулась, что ли? Серьезно? Да ну нафиг, короче, с первого раза надо, что ли, попасть туда? Нужно, короче, сделать так, чтобы главный герой, он падал не назад, а вперед. Вот так вот. Падай вперед, пофигу. Ты должен падать вперед. Так, вот, все. Прицеливайся, давай. Сейчас главное по той бутылке попасть, вот которая находится. В смысле? Это сейчас как было?
допустим. Так, стреляем вперед. Нет, не смей. Да. Это невозможно, ребят. Там столько ограждений, что попасть туда невозможно. Там невозможно попасть. Или же возможно, но... Да. Таким образом только. Только таким образом. Давайте еще раз. Надо, короче, загнать тут пулю вон сюда, вот так, например. Да ладно! давай. Поэтому, ребят, так, ладно, пускай палит. Поэтому спасибо, что, ребят, на этом смотрели. Ставьте лайки, подписывайтесь, комментируйте, нажимайте на колокольчик, чтобы знать мои события. Также есть ссылка в ВК в описании. И, если хотите, могу оставить ссылку на вот эту вот симулятор шальной пули. Хотя, скорее всего, меня за эту ссылку забанят, так что я подумаю еще. Поэтому спасибо, что на этом смотрели. Ставьте лайки, подписывайтесь, комментируйте еще раз. Повторение мать учения, как говорится. Нажимайте на колокольчик, дабы знать мои события. Ссылка на колокольчик. Всем удачи, всем пока.